Всем привет! Ой, что это такое? Сегодня я покажу, как можно делать блестящую кожу через 7 степеней ухода. Ну, так как я сняла видео в Москве, ну, полетели в Москву вместе. Наконец, я выложу видео из Москвы. Всем привет, ребята, это Кёна, я сейчас в Москве. Я сегодня хочу показать, что я взяла из Южной Кореи. Еще я покажу, как я делаю уход для кожи. В Москве очень сухая погода. Я думаю, где-то 3 раза больше сушит кожу, чем в Южной Корее. И у меня очень много макияж. Вот хочу показать уход в Москве. Я по-другому ухаживаю за кожей в Москве, потому что тут намного сухая погода. Привезла из Кореи сначала гидрофильное масло до ночной маски. Конечно, нужно начать с гидрофильным маслом. Вам нужно сухие руки. Вот столько количества, это хватает для лица. Обычно грязи не смывается с пенкой. Просто массажируйте. Ну, это гидрофильное масло, вообще ноль вредного ингредиента. Даже кладя по пальцу, не больно. Потом губы просто я так делаю. И смывайте с водой. Тогда вода такая мутная. Потом пенка. Вот столько количества. Замочите водой. Некоторые люди вот так очистят кожу пенкой, но мы наносим тональный крем вот так. Поэтому нужно вот так очистить волосы на лице. Это наша привычка. Я всегда начала очистить от щеки. Тогда очень чувствительно становится кожа. Поэтому иногда я начинаю с лоб, иногда с подбородка. Я маленькая будто. Мы здесь делали. Еще когда вы смываете лицо с пенкой, надо меньше чем 30 секунд. И тонер. Некоторые думают, что тонер для того, чтобы увлажнять кожу. Но нет. Их функция для того, чтобы очистить остатки после пенки. Смотрите, много. Этот тонер вообще не сушит кожу. Этот тонер вообще ноль вредного ингредиента. Но когда у вас очень чувствительная кожа, либо прыщи, то советую просто оставить тонер вот так. Тогда сразу успокоится. У меня все очень мокрый. Потом сыворотка. После пенки кореянки используются сывороткой. Моя самая любимая. 24 часа увлажняет кожу. Под глаза. Мягко наносите. Потом крем для глаз. Вот столько. Это нормальное количество для пользования. Немножко разлияемся. 4-й палец самый чувствительный, поэтому для глаз самый полезный палец. Это не надо просто намазать. Мягко бейте. Сначала нижней части впереди. Еще обратную сторону. Если вы хотите убрать морщины, тогда уливайтесь. Тут морщины больше всего тут появляются. Бейте много. И немножко помогает для лифтинга. Потом увлажняющий крем. Вот берем. Щеки, нос. Мягко. Пока все это белые штуки стали прозрачные. И всегда я беру 2 пальца и делаю лифтинг. Когда у меня много стресса, тут очень сильно болит. Вот такая красивая овальное лицо получается. 2 пальца. И вот. Если вы переживаете скулы и морщины, тогда в Москве очень сухая погода, поэтому я дополнительно делаю защиту. Это ночной крем перед сном. Не такой густой, не липкий, просто это защищает, чтобы влажности остался. Это сейчас моя кожа без макияжа. Я каждый день вот так в Москве, 8-й день, не сушится. Удивительная история. Эта компания косметики пригласила меня и показала, как они делают косметики. А, 그럼 대표님 보여주시는 거. 네, 뭐, 하고 상품 개발 팀이 있네. 아니, придумай бы, как лучше делать товары и делаю. Эта косметика заняла 1-е место в Корее, очень много работы. Я тестовала. Да.
제조사 각각 제조사 이거. 샘플 받아가지고 이거 다 직접 사서 테스트 하시는 거예요? 아니 바꾸 빠요 쌈이 이스라분이 봐야 돼. 네, 향도 저희가 선택을 하거든요. 그래서 향 저희가 뭐 향 테스트 해보고 Интересно, они покупали все косметики от компании конкуренту, потом сравнивают и лучше делают. Второй этап – это дизайн. Давайте поднимаемся, посмотрим, как делать дизайн. Пошлите. Это маркетинг для заграницы. И бухгалтер тоже есть, и дизайн компания. Но не просто создают косметику, им надо продавать. Это бокс, коробка для косметики, упаковка. И тут несколько дизайнеров работает. Ребята, мы же посмотрели, как обсуждая косметики, чтобы делать одну новую косметику, они разные косметики покупают и сами сравнивают. Потом дизайн отдел и ингредиенты отдел. И разные отделы собираются, они отправляют результат, потом на заводе начинают производить косметику. Так как это очень большая компания, все делают встречу. Вы не поверите, я могла приехать в склад. Давайте посмотрим, как сохраняются и спят корейские косметики. Пойдемте. Это у них склад, каждый день больше 100 коробок продается. А когда они делают скидку, за день продается все, которое вы видите сейчас. Смотрите, это такой большой склад у них. Номер один косметика. Теперь давайте спросим, чтобы создать косметику, какие процедуры нужно. 제품들의 뭐 경쟁사 제품이나 그런 타겟 제품을 통해서 그 시장 분석을 하게 되고요. 만약에 뭐 사용감이 뭐 어떤 부분이 아쉬워요, 뭐 끈적임이 너무 있어요, 뭐 이런 부분들의 피드백을 바탕으로 많게는 10차까지도 샘플 네, 개선을 진행을 하게 됩니다. 되게 운하수도 오치 문화가 부스티에 제품이 근데 어떤 제형이느냐에 따라서 이렇게 용기를 조금 다양하게 샘플을 전달을 해주는 것 같아요, 제조사에서. 아. 저희가 뭐 디자인팀이랑 같이 이제 의논을 해서 용기를 선정을 하게 되는데요. 어쨌든 이 제품의 기획에 참여하셨잖아요. 꼭 추천하고 싶은 제품이 있으시면 알려주세요. 네. 이 제품이요? 아, 저도 이거 무늬 옷집반 라필라스 에드시브로까. 조금 쫀쫀하고 조금 점도가 있는 편이어서 일반 그냥 가벼운 앰플보다는 보습감이 확실히 있긴 하고요. 이제 러시아 분들한테 추천드리고 싶은 템이 하나 있으실까요? 저희 독도 라인 중에서 뭐 제품을 한 가지 사용하라고 말씀드리기보다는 네. 제품을 좀 단계적으로 사용하라고 말씀을 드리고 싶은데요. 네, 토너, 토니엘. 아까 말씀하셨던 그 앰플을 사용하셔서 조금 더 보습을 얹어주시고 네. 그리고 크림이 굉장히 촉촉하거든요. 보습력에 대한 임상이나 그런 것도 확인이 됐기 때문에 독도 크림으로 마무리를 해주시면 훨씬 촉촉하실 것 같아요. 네, 70여종의 미네랄이 풍부한 제품입니다. 와, 온라인 쇼핑몰에서도 1위를 했더라고요. 네, 그리고 맞아요. 유해 성분도 하나도 없고 되게 잘 만드신 것 같아요. 이네 자작나무가 러시아에서 굉장히 유명하다는 건 익히 계속 듣고 있었고 네. 네, 저희 국내에서도 자작나무가 굉장히 유명한데 그중에서도 저희가 선택한 그 원산지는 인제거든요. 날씨도 굉장히 춥고 그 자작나무가 좀 자라기 좋은 환경을 가지고 있는 지역입니다. 아, 자작나무가 그래서 수분 함량이 굉장히 높다고 들었었는데 아, 감사합니다. Ну как вам понравилось это видео? Я очень надеюсь, что это видео полезно было. И я оставлю внизу ссылка для описания на русском языке косметики, которые я пользовалась. Тогда всем пока!